Два человека погибли в результате ДТП с участием нескольких десятков автомобилей на кубанском участке федеральной трассы Дон. Один человек, 40-летний житель Кореновского района, погиб на месте аварии. Еще один 51-летний житель станицы Березанская скончался в больнице. Еще 10 получили различные травмы. Сейчас в медучреждении находятся остальные пострадавшие в ДТП. Некоторые из них в реанимации. По предварительной информации, это 2 человека, 5 в травматологическом отделении. Пробка на трассе образовалась на 3 километра.